20 сегодня ноября 2018 года, вторник. Вот сегодня жду я. Сестры должны подъехать, уборку в храме делать. Решил с ними сходить, посмотреть, как это делается. Что именно? Вот подъехала, вижу, машина. Вот выходит человек. Что-то звонит, видно. Угу. Кто? Господи, Господи, Божий, помилуй нас. Аминь. Аминь. Мир вашему дому. С миром. Знаете, Тихоч, дайте, пожалуйста, ключи. Так, это одна приехала? Да. Одной не разрешает? Нет, нет, сейчас Таня придет, а пока Таня приедет, Надежду Васильевну я попросила, она со мной посидит. Так, ну ключи у меня здесь, вот привяжи сразу, как их там, привязать? Чтобы я видел это дело. Ой, ну к чему, давайте привяжу. Куда я же там отвяжу сразу, я же раздеваться буду. Чтобы она не спала. Ну хорошо, скажете. Вот видите? Хорошо, завяжи. Хорошо. Я с вами пойду сегодня там поснимаю, как уборка идет. Давайте. Ну все, спаси Христос. Давай. Открывай двери. Выходите? Да, я выхожу. Сейчас. Сейчас позвоню. Давай. Надежда Васильевна сказала, как возьмешь ключи, тогда звони. Да, она не нужна. Я, давай, пойдем, я с собой пойду. Ну ладно, все, пойдемте. Пойду. Посмотрю, что вы там делаете. Ну вот так, теперь можешь закрыть здесь, потом выйди, защелочку откройте, нам, чтобы никто не зашел. Ну. Так. О, чувствую себя ключником. Вот так. Не так. Вот туда под половичок можешь положить. Отвяжи теперь туда. Такой порядок нам позволяет сохранить ключи. А то ведь большая неприятность, когда теряли. Все это надо пилить заново. О, ты вот эта надпись-то у нас видела? Почитай вверху. Во храме его все возвещает о его славе. О. Идет видеозапись для интернета. О, отлично, выходим. Боже милости, будь мне грешным. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешным и помилуй. Аминь. Мир дому сегодня. С миром принимаем. Давай. Везде свет зажигать можешь. Тут. Володя сегодня говорил, что там ведро где-то теплое, да, поставил. Да, я просила его, чтобы... Я вот здесь попросил бы потом, когда будет, длинное платье вот здесь не вешать, чтобы отверстие не закрывать. Это для вентиляции у нас, видишь, сделано. Хорошо, я скажу сестрам. Мы в прошлый раз были, тут закрыто было полностью. Я давай, говорю, уберем мы. Я скажу сестрам. О. Хорошо.
Как там Агня это? Агнюша болеет, температурит. Температура. А Тарасик выздоровел? Да, сегодня уже в школу пошел. Ну, слава Христу. Слава Богу. Заботимся. Благодарили с ним, говорю, благодари сам. Угу. Он благодарил. Так, все, можешь ключи, ключи брать и закрывать там. И здесь такая же надпись, во второй раз пятый, что это в храме у нас. Все. Везде свет зажги, что мне тогда удобнее будет. Этот не нужен, я не буду открывать. Или вам открыть вот этот? Открыть вам? Мне он не нужен. Не знаю, мне разве нет, я с вами буду ходить. Хорошо. Ходить буду, смотреть. Что у вас как? Таня позвонит, услышишь. Я вас не предупредил, что я с вами буду. Ничего не смущает этого?
Боже, это не мы, подставка. Ой, все, это песня мне известна. Новые заветы, 30 томов. Вот 30 томов. Так, вот пачки 8 книг. Трехтомник. Толкование Нового Завета с апокалипсисом. По всем святым отцам.
Видимо, позвонили, побежала. Это я в университетах вел занятия в разных. Это в техническом ректор Евстигнеев Владимир Васильевич. Это я в АГУ, в Алтайском государственном университете вел занятия. Вот. А то в актовом зале там по 700 человек был. Вот это вот кошкам Надежда Васильевна вам передала. Ага. Смотрите, вот тут поставлю. Нет, зачем, зачем здесь? В сенки вынесите туда. На этот. Вот сюда. На, да, на тумбочку. Поставлю. Я там возьму. Это я в радиостанции. Часовая программа в воскресенье была онлайн. Это крещение, как у нас было. Вот батюшка в воде стоит. Вот тут Крестовоздвиженская наша община. Так. Вердом вашим. Вот они пришли. Ну что ты прям вот... А потом будешь каяться, скажи, я ничего не говорила. Ступай с Богом, старче. Прекрасно видишь, что я снимаю, и все равно охота меня под каблук завести. Да кто тебя под каблук подводит? Ой! Это я под каблучником всем показываю. Да-да. Игнатий, ты кошкам отдай, а то пропадет там все. Когда нужно будет, тогда и отдадим. Вот мэр города мне написал письмо. Он входил в десятку лучших мэров России. Трагически погиб. Баварин Владимир Николаевич. Это у нас здесь, в притворе. Вот так. Таинство священства. Вот он. Таинство священства. А вот как мы этот дом получили. Это все вывешено здесь. Любой может прочитать. Это тоже уникальное здание. 11 лет шел суд. После моего освобождения я его выиграл. Они должны были мне 11 миллиардов рублей. Говоришь, а на чего те я деньги такой еще богатый? На те деньги еще. Официально нет. Все это. Все официально это. Какого числа, что, как было. Я тороплюсь тут, но можно затормозить и просчитать. Еще раз покажу. Та батюшка тут. Вот это мы с отцом Акимом вместе. Вон с диаконом Евгений Ничук. Так, ты все можешь тут не быть, ступай домой. Туда не ходи, никуда. Не ходи дальше. А можешь? Я говорю, не ходи. Ты насчет машинки-то не узнала? А ну это мы поедем с тобой сразу. Машинки возьмем, поедем. Нет, не узнала. А там же на лошадь спешит сумки. А водички были не надо. А воды что, за водой сходить? Да, она здесь, вот на печке. Вот на выходе у нас что изображение и надпись.
Это написали кто? Ольга Унагаева вот это написала. После того, как я выиграл в суд. Господь это сделал. Приехал мэр города и передал решение суда выполнить. Это вот первое слева. Вот. Овчинников Владимир Петрович. Как их афганцы называют. Тут рядом стою я, мэр города и Слуцкий. Слуцкий это... Ты не ходила тут с водой, а то можешь упасть, и будет беда большая. И госимуществом председатель. А это мэр города. Напротив этого здания уже все совершилось. Вот мы закрепили поцелуем. Мэр города, бывший парторг моторного завода. Он говорит, ну что, по рукам ударим. 11 лет шла беда эта. Это все у нас в коридоре. Фотографии и надписи. Это вот из суда. Вышли люди, меня осудили. Как раз напротив тут суд. Здание суда. Теперь музей истории, литературы и искусства в Барнауле. Это Барабаш. Игорь, Лена и Маша и Терентий. Вот они как. У нас был епископ Евтихий. Дай Бог ему здоровья. А это Дробот. Бракосочетание. Настя 42 года, она умерла. Там видно Марина сидит. Глухонемых было 7 человек. Это вот здание. Наша с улицы, если смотреть. А там далеко, второй домик, там я сижу. Два домика, два дома выиграл. 13 соток. 13 соток. Все решено, решение суда и написано. Не может быть пересмотрено. Теперь все навсегда уже закреплено за мной. Две домовые книги у меня. 13 соток. Центр города, центральный район. Недалеко Обь. Что хотел я, чтобы ну, можно было здесь. Это мы подойдем сюда. Зеркало. И над ним опять надпись. Ну, смотрите, в каком храме так, чтобы было такое уважение. Даже календарь лично наш выпущенный, это наши сестры. Вот крещение идет с Новым Заветом, которому нет равных в мировой литературе. 240 иллюстраций цветных только в нашем трехтомнике. И там все вокруг, все Словом Божьим. Везде предупреждается, что идут занятия. Вот и картины, такое большое, большая история. Она была повреждена, кто-то ножом ударил в голову Спасителя. А потом эта картина уже в испорченном виде досталась мне от пятидесятников города Пензы. Вот привез здесь, художники потрудились над ней. Вот такие надписи. Вот Новый Завет лежит. Это все здесь 38 книг моих. А вот Новый Завет. Здесь Откровение. Здесь и в
каждой 80 картин, 80 страниц. Гюстава Доре мы раскрасили сами. Вот оно где. В каждой книге, а их три тома. Вот книга сейчас первая, книга первая, книга вторая, книга третья, Новый Завет. Закладочки какие. У нее цвета российского флага. Ну, желтенькая это белая, синяя это синяя. И вот такая красная. И вот дальше. Каждая книга, вот эти все одинаковые, по 752 страницы. Я могу подтвердить и доказать. Книг таких не было никогда. Все написано в пророческом духе, без пригляда, как людям нравится, не нравится. Так говорит Господь. Вот даже здесь и то, посмотрите. Собирает деньги для четверых детей, которые умерла мать. Дробот Анастасия Валерьевна. Это у меня книги, которые по 6 остались. А это мы ездили в Черевский район. Моя мама рассказала, какой был дом у них, когда их раскулачили. Они бежали оттуда в горах. Моя мама горянка. Вот. И тут один нашелся, Шевченко Николай Олегович. Вот так сделал ее с той стороны. Такая игрушка. Макет домика. Ну, а здесь начало книгам моим. Симфонию составил я. Вот другая симфония на неканонические книги. Это тоже, это ламинированные. Тоже 752 страницы для Слова Божия нет уз. Это вся моя биография, все документы, все здесь есть. А здесь вот первый том, вот это второй противосектантский. Третий вот здесь вот. Видите, какие картины Гюстава Доре на обложке. Как образовывать общины. Пособие для изучения Марка. А здесь вот четвертый том. С каким человеком, как беседовать. Быстро определить, к какой группе его можно отнести. Кто-то неверующий, кто-то Библию не признает. Вот так попутно показать. Так. Так, мне надо небольшой совет здесь взять. Так, ты проходи там, ты никакого отношения к этому не имеешь. Выходи. Мелькаешь перед экраном. С Богом. А потом к каждому кадру привязывайтесь. Не так нос, не так рот. С Богом. Сейчас я спрошу сестер об одном деле и уйду. Так, мне нужно для совета вас маленько. Я пройти, нужно свет выключить. Так, вы мне там нужны будете, сестры? Спросить резину, которая в коридоре. Я боюсь, что если туда влага попадет, пол сгниет. Или убрать их, отвинтить, или что? Тогда свет выключишь здесь. Как-нибудь зайди, посмотри там. Мне совет ваш нужен. Совет двоих. Сестру тоже позови. Вот это вот. Они ее склеили, привинтили. Раз, два, три, четыре. Совета просто. Не
некогда, Игнатий Тихонович, что вы хотели? Вот эти вот четыре. Вот мы это... нормально моем и никогда влагу туда не льем. Мы сверху протираем. Я только и хочу узнать. Один раз потихоньку приподнял, а там сыр. Нет, мы моем только сверху, аккуратненько. Только чуть-чуть влажной тряпкой, да, чуть-чуть. Да. Если туда попадет влага, она никуда не девается. Она все прогнивает насквозь. Да, мы поняли. Иначе мы должны просто это оторвать и убрать, чтобы спасти. Ладно, запирайтесь за мной. Здесь закройте за мной. Я вышел. О. Все, закрывайте. Вот там закрою сейчас. Все, с Богом. Это две сестры приехали, за рулем сидят, на своей машине каждая. Вот новые собаки. Тех отравили, убежали. А эти нас еще и не знают даже. А их опять столько же. И вот этот, где был суд краевой, я там заходил, показывал. Вот это вот тут какая-то ферма стоит, а вот сбоку там краешек вот этот видать, вот. Я его не раз уже снимал. Это краевой суд, где меня осудили. И потом я судился. И вот по милости Божией так получилось, что Господь позволил выиграть этот суд, процесс. Вот так задвинуть. Тут у нас замок, когда никого не закрывается на замок. Ну, а тут цепочка, замок тоже. Господи, помилуй. Это зеркало тут есть. Что-то голубей не видать. Сейчас я покричу, может быть, выйдут оттуда. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Где они? Гули, 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 гули. Ну-ка, идите скорее. Гули мои гули, 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 гули. Вот я семечки кидаю. Гули, 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 гули. Давайте сюда. Вот они мои гули. Гули, 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 гули. Давайте скорее. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Вот какие хитрые. Сидят, даже не холодно сегодня. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Так, быстренько проходи туда или сюда. Я их выманить хочу, снять попутно. Ты никуда не ездил, ты уже ездил на этой неделе. Нет? На этой ну нет. Давай, с Богом. Давай. Я не поеду. Ну и молодец. Ты сейчас их не трогай, они там уже закрытые. Потом подойди. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Вот они где гули. Ну-ка. Гули, 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 гули. Вот их какие хитрые, а. Гули, 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 гули. Скорее идите. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули.
Никогда так не было. Вот зима, застыли. Гули, гули, гуленьки мои, гули, гули, гули. Гули, 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 гули. Ну, гули, гули, гули. Сколько семечек насыпал, и все зря. Так и не вылезли, а? Три сидят. Ну, все тогда. Звать больше не буду на сегодня. Это рядом тут, на улице. Предупреждение. Все на этом. Я ухожу домой.